Начнем с трагической новости. К сожалению, жертвами ДТП все чаще становятся дети. Двух сестер из Дагестана в подмосковном городе Истра сбил мусоровоз. Трагедия произошла на глазах у матери, уроженки Буйнакска. Девочки переходили дорогу, водитель не увидел их и совершил наезд. Трехлетняя Амина погибла сразу. Ее сестра, четырехлетняя Фатима, была госпитализирована с серьезными травмами и умерла в реанимации. На видео с видеорегистратора видно, что девочки сами вышли на дорогу, пока мама отвлеклась. Шофер с высоты кабины мусоровоза попросту не заметил детей. С места происшествия водитель не скрывался, сейчас с ним работают следователи.